Внимание, сталкеры! Мы только что обнаружили, что некоторые артефакты стали быстро вырождаться. По нашим данным, сразу у нескольких сталкеров после недавнего выброса некоторые артефакты самопроизвольно превратились в булыжники. Мы еще не выяснили причины этого явления, так что будьте начеку, парни. У меня все, конец связи. Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему.
Командир, там придурок какой-то взушляется. Шугнем? Отставить. Не хрен на мелочь бы из-за баз тратить. Ха, пусть живет. Класс. Слушай, ну классно у тебя выходит.
Я
с собой в поход всегда фотографию тещи беру. Зачем? Ну как же? Сталкеры, последнее китайское предупреждение. Не носите вы с собой тяжести сверх лимита. Я уже задолбался ремонтировать ваши рюкзаки. Как будто у меня другой работы нет. Все, больше принимать их не буду. Порвете рюкзак, потеряете хабар, пеняйте на себя. Ну, кто там ломится? Если не прошел осмотр у доктора, который в лагере, нехрен тебе тут делать. Может, ты больной. А если с доктором поговорил, лекарство выпил, тогда заходи. Поболтаем. Что притащил? Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе... Нафига ты эту дрянь тягаешь?
Ну, удачной охоты, сталкер. Подходи, пообщаемся.
Классно! Шмадло м'яса таке здоровенний, що прямо з вогню, що прямо ще шкварчав, соком стікав. Зараз би сальця та цибульки. А вот такое вам как? Человека. Действуйте по обстоятельствам. Если за счет нужно, вот так и ответственность. Хочу предупредить. Настроение еще хреновее, чем вчера. То, что я шел вчера, я выбрал. Спасите! Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию.
уже поставил, я тебя... Нет, не надо! Капец себе, если обманул! Нет, нет, нет! Я тебя... Нет, не надо! Ну, блин, у меня уже руки чешут! Тебя придушить! Да я правду сказал, я ж понимаю! Что-то он долго не идет. Ну, может, задержался чего-то? Патруль там или что? Да заткни свою пасть! Если ты нашего кореша поставил, я тебя... Нет, не надо! Пацаны, я тут! Пацаны! Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Yeah.
молодця. Да, это в точку. От гась, какой Винька. Знову, що би ти хрін не підсунули? Ще в них зовсім совісті немає у цих. Ой, за тиждень підошві готові. А ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, ємняні почали робити. А ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, ну, удачні ходи, сталкер. Почали робити. Послухайте, хлопці. Загнеш. Вернулся. Класс! 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 Внимание! Вы находитесь возле... Кто притащил? Меченый, я тут поразмыслил на досуге. В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу. Пойдешь на север через свалку. Потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирад. Ну, проветришься, заходи.